Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. Играем Валерка карту, попробуем выиграть не за нак. Вообще, возможно ли это за... не за нак, наверное, это слабая, конечно, раса, но мы попытаемся. То есть, если кто не смотрел последнее видео, здесь появилась куча возможностей. Например, можно сделать так, чтобы когда ваш рудник захватят, вы жахнули по врагу и нанесли ему огромный урон, например, как вариант. Ой, что-то как-то долго между... А, это пока время настройки. Я просто привык, что я в это время без паузы ввожу моды. Ой, кстати, вижу, какая раса у Шакитарика. И даже юнитов вижу, лол. Молодец. Не подглядывай. А вот. Так. Ага, поинтов у всех разное количество, потому что построили разное количество юнитов. О, найс. Так... Ну чё, надо как-то тащить. Ага. Сейчас посмотрим, чё. Тут какие-то лучницы бегают. Надо подождать, пока она это и то. Наваляли. Отлично. Интересно, вернется ли она? Возвращается, смотрите, какая упорная. Так, что делаем вот так вот. Зашибись, вроде отстала. О. Ага. Ну, короче, надо потеть как-то. Что-то денег так мало капает с точки. Вроде точка есть, а как-то толку мало. На. Ой, наваливается, конечно, очень хорошо. Ладно, не будем его добивать. Заберем лучше точку. Текс. Как у вас дела, ребят? Яндекс держит две точки в битве. Так, ну вроде норм. Текс, текс, текс. Надо делать грейды всякие разные. Хорошие и плохие. Кстати, что-то время раунда какое-то короткое. Борщ тут. Кстати, он этот попросил нерфить наг, сам взял наг. Взял имбу, получается. Можно сказать. Ты кто? А, обычный борщ. Да, борщ, который не Яндекс. Блин, а у тебя три точки, охренеть. Да ладно. Подожди, а как? Это же как-то неправильно. Давай, давай, стреляй, родной! Блин, только хп потерял зря. Так, 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 так. Алло. Давай вот так вот. Блин, что-то я зря так. Ой, все по мне стреляют в итоге. Ну ладно, борщ выиграет. Хорошо. Хорошо. Хорошо, борщ выиграет. Исследование завершено. Так, ну что же. Надо, наверное, делать еще одного могучего воителя. Ага, делать... Всякие хорошие грейды. Сейчас у нас что? Сейчас у нас обычный раунд. Ага. Так, ну то есть сейчас у нас получается есть несколько сильных игроков. Ну, например, Валерка, который, соответственно, создал эту карту. Он должен быть довольно сильным. Шакитарик, который обычно тащит. А есть всякие более слабые ребятки, которым, соответственно, можно навалять. Я что-то очень слабый. Ты слабый? Ты же сильный. Ты забыл. На первом раунде получилось, что я взял только одну лучницу, и это плохо. Ну, конечно, да. Тут нечего спорить даже. Вот можно было две лучницы взять, но... Не, лучница дорогая, поэтому нельзя. Скелет и имба, ничего не поменял. Бога замахивается-то, а? У каждого своя имба, короче. Так, я даже не знаю, стоит ли. Так, ого, прям я деньгу в деньгу сделал. Так, я, ой, блин. Иди отсюда, я тебя отстану. Ой-ой-ой. Какой-то не самый сильный человек захватил что-то.
Так. Ого, блин. Эх, не успел я. Блин, ладно, ладно, все, валю. Блин, мне скелеты тут наваляли. Короче, в погоне за алчностью я отстал. В развитии. Так. Ага, тут у нас что? Тут у нас даже грейд на армор есть. Поворот. Так, только главное, чтобы не раненый вперед шел. Ну, кстати, не он вперед и идет. Все, зашибись. Уже что-то какой-то этот, арена какая-то короткая. Яндекс, ты что написал, блин? Да, что-то арена очень короткая, на самом деле. Блин, я походу солью. Хотя, с другой стороны, я навалял вначале очень много. Исследование завершено. Так. Угу. Ну чё, я не буду оригинальным и построю еще одного скелетоса. Скелетосы сильные. Сделаю этот грейд. Блин, надо было еще на драка мне сделать грейд, конечно, это косяк. О, я зачем-то построил скелетоса, а сейчас же супер этот, супер игра и супер приз. О, опять, блин, тыкать лошадьми, ёпрсте. Ненавижу эту игру. А, не, есть кто-то хуже меня, нормально. Есть, видимо, те, кто не разобрался. Есть те, кто не умеет читать. Да, вот на них вся надежда. Ну, доход от билетов неплохой. Нормально. Так, так. Да, доход от билетов. А сколько у тебя доход от билетов? 383. А, у меня 306. Ты, получается, еще один билет купил. Ничего себе ты. Билетный король прямо. Так. Есть кто слабый? Так, ну это не такой слабый. А это кто? Ого, тут килограммы вообще войск. Даже не знаю, но он вроде вялый. То есть можно попытаться на самом деле. То есть битва еще не началась, видите, я уже одного практически снес. Исследование завершено. Ну вроде я его прогнал, нормально. Ну то есть нет смысла особо там за ним гнаться. Если можно захватить рудник. Так. О. Слушайте, вот тут вот все хорошо. То есть тут надо очень внимательно следить за позиционированием в этой карте. Прям супер внимательно. Так. Контролим. Контролим, пацаны. Так. Блин, тут Яндекс приперся. Так, надо еще сделать грейды вот такие вот. Арена и правда маленькая по времени. Вчера да, было. Да, 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 да. Да, Яндекс даже не справился, блин, с вводом команд. Ну бас. Так, ух, как денег-то много. Текс. Блин. Ладно, 17 секунд, нет смысла за точкой даже бежать. Наш город осаждают враги. Так, ну что, залп? И отлично. 15 золота еще спер. Блин, меня там ваза ломает в этот момент. Фух. Блин, пипец это чувака этих. А, блин, он контролит? Вот гад. Ну, кстати, ему в спину жарит больше лучниц, чем мне в спину. Так что, возможно, что-то хорошее будет. Так. Не хватает дерева. Не хватает дерева.
Блин. Жалко, что какая-то короткая игра, блин, из-за коротких арен все мои тайминги сбиты, блин. Отлично. Блин, что-то я с билетами профейлил. Ну ладно. Так, грабеж. Лидерство, кстати, могу качнуть даже. Ну это, кстати, хорошая тема. Лидерство, да, отличная тема. Спасибо, что спасибо, что напомнил. А ты можешь уже качнуть? Я сейчас с арены победил. Яндекс же победил на арене. Нет, я победил. А, ничего себе. Вот этот поворот. Так. Че там у нас? Да, с драг-камнями, конечно, проблемы. Некие. Все, 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 уходи, ладно. Так, а что с центром там? А центр есть. И розовый его кочегарит. Потихонечку. Так, ну что тогда сюда? Розовый взял, захватил. А ты куда пошел, друг? Ага. Куда они все поперлись? Надо следить. Надо следить. Не хватает дерева. Вернется моя крыла. Мое. Зашибенно. Так. Здесь надо пойти навалять. Это прям святое дело. К сожалению, крысить надо в этой карте. К сожалению. Никто не хотел. Зашибенно. Так, а дом-то чё? Ой-ой, тут лучницы какие-то приперлись. Так-так-так, ты назад, а вы давайте вперед. Желтый тут ходит, гадит. Молодец, чё? Желтый какой-то вообще подгаживатель. Так. Ой-ой-ой. Так, а не хватает уже, да? Блин. Тебе так... надо было вписываться на самом деле налево сейчас. Ну, тогда розовый бы в спину приперся, фиг знает. Ну, а так желтый, наверное, победит. Наверное. Да, как-то фиг пойми, что делать. Да что-то гемов адски не хватает. Я вынужден покупать гемы, а это очень невыгодно, блин. У тебя фул эти... лучники. Да. Так а что еще надо-то? Ну, Валера же балансер. Да, Валер. Да, можно, кстати, ругать Валеру. Блин, время закончилось. Так бы я выиграл. Желтый выиграл. Так. Сейчас будут прятки, кстати. Ага. Я как раз вложился в игрока. Я тоже. Я причем вложился двумя вкладываниями. О, вот то, что тут туман войны, это прям приятно. Ну я причем не вижу моделей других чуваков. Блин. Но здесь уже... Вон кто-то есть. Блин. Я постарался спрятаться, чтобы рядом никого не было. А я не успел спрятаться. Лол. А, в смысле, как можно не успеть спрятаться? Тут же просто автоматически. Ну я затупил. Элементарно затупил. Да, забавно. Что-то у борща столько денег. У борща 40 гемов.
у фиолетового 50 гемов. Вы какие-то миллиардеры вообще. Я кучу раз покупал гемы, и у меня сейчас их 12. У меня на 3 вкачаны драгоценные камни, поэтому нет особо гемов. Я тоже один раз вкачал. Тоже я вкачал разок, да. А сколько у тебя стоят эти лучники по гемам? У меня 4 лучницы стоят. Ой, сейчас скажу. 4 тоже. Ой, кстати, могу уже строить последних юнитов. Так. Проклятие, подавление. Блин, а что за... Что за подавление у Банши? Блин, Валерка, напиши, пожалуйста, что за подавление? Что-то как-то я не вижу. А, хотя 1000 хп у Наруба. Яндекс, я не успел, отстань. Да что-то даже непонятно, честно говоря, что строить-то, драконов, что ли? У них легкий армор, блин, они терпят от лучников, а здесь одни лучники. Можно, конечно... Блин. Ой, что-то я забыл-то. А сколько волн поставили? Давай посмотрим. А не знаю. А вы волны ставили вообще? Тайм 20, если что. Это, видимо, не волны. Да, блин, вот я впервые в жизни не хост, все вроде сказали, что сделать. Что говорил, то и ставил. Так у тебя же написано этот, что там есть. Ну, то есть, блин, я же не вижу, что там предлагается. Так, отличненько. Понять бы просто, сколько волн вообще. На что рассчитывать? Че себе фиол что-то наглый? Исследование завершено. Ох, Валерка сильно вкачал тоже эту штуку. Так. Вроде нормально. Блин, минуту всего осталось. Всего минута. Да, всего минута, что-то вообще печально. Ну да, да, да. Как-то не успеваешь стратегически ничего сделать. И главное, непонятно, сколько волн самое отстойное. Непонятно, сколько волн. Так, отлично. Отлично, Валерка огреб. Так. И здесь что у нас? О, здесь еще товарищ. Блин, что еще можно хорошего тут сделать? А, можно, кстати, качнуть атаку, защиту. Я забыл совсем. О, у меня вклад окупился, вернулся. Это отлично. Блин, я тут дерусь на двух фронтах. Это не очень хорошо. Так, ребятки. Блин, что-то у шкитарика столько осталось чё, очков. Я удачно запозиционировался, в принципе. Да у тебя юнитов просто очень много было. Ну да. Так. Блин, у них хп, конечно, зашибись как много. Может вот этих сделать лучше? Ага. Ну вот, норм вроде. А, как раз у меня пак юнитов. Но это как раз для нубаса.
который не особо умеет контролить, типа. О, могильчики. Что, прикольное? Ну, не знаю, но они типа тир 2, соответственно, они дешевле. Соответственно. А тир 2 дешевый. Ну, в смысле, у всех тир 2 дешевле, чем тир 3. Нет, кстати, там зависит от трассы. Ой, в смысле, ну, короче, более лейтовые юниты, они посильнее. А он же в центр ушел, а че он не стал тут драться? Так. Че, вроде живем пока. Что-то я центр, кстати, вообще не захватываю в этих играх. Ну, потому что центр — это очень большой риск. А я на него идти не хочу. Центра пока и нету. Ну, в этой игре нету, да. Блин, что-то пока мои юниты доперли. Да алло, работаем, ребята, работаем. Исследование завершено. Я жду. Не хватает дерева. Надо снова. Я прольется моя кровь. Ну алло, ну шо вы так тупите? Я на секунду отвлекся, на секунду. И уже такая фигня. Исследование завершено. Я тебе двух могильщиков сломал, неплохо с этих денег получил, в принципе. Да, и теперь я отвлекся. Ой, да что там чуть-чуть выстрелов-то? Так. Ну что там? Ты просто качаешь. Ну, а еще Яндекс пришел, ну да. Не, ну а что, ты зажимаешься у базы, которая ранена. Очень выгодно. Блин, не я убил, черт, отстойно. Так. Яндекс отходит. Там чудеса, там Яндекс ходит. Блин, что-то так базы вообще ложатся. Ёпрасты, сколько у Яндекса войск. Вот отстойно, блин. Я этот, надо, чтобы чаще карт, баланс карты менялось. Потому что я найду какую-нибудь имбу, и теперь ее все копируют. А когда все копируют мою стратегию, соответственно, шанс выиграть у меня уже не такой высокий, как если я с нуля придумываю стратегию, которую никто не успевает скопировать. Да что меня-то, алло. Яндекс, ты что такой хейтер-то? Сзади еще миллион лучниц, главное. Блин, я задолбался с этими гемами. Сейчас в итоге Шакитарик может выиграть. Вообще весело. Блин, отстойно. О, я выиграл. Отлично. Так. Что там сделать-то? Кто мало требует этих гемов? Ну, кстати, дракон довольно мало требует. А, монетки. Опа, я левел не могу качнуть. А вот могу. Так, что там, что там, что там, что там? Я отвлекся на грейд. Из-за этого... Блин, что-то я вообще монетки не собираю. Алло, где монетки-то? А, вон, нормально. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, ладно. Будем надеяться, что я в плюсе своими действиями. Что я отвлекся на грейды в главном здании, но не собирал монетки какое-то время. Да гемов адски не хватает. Что-то раньше как-то... Раньше было лучше. Еще не говори. Алло. Ни слова больше, как говорится. Ни слова больше, да. Блин, тут какой-то чел засумонил их. Просто килограммами. Ёпрст, я же могу его добить. О, лол, я его добил, получил опыт. Так можно было? Я почему-то стою на месте. Чё за хрень? Понятно, отдался. У меня герой в какой-то момент просто остановился на месте и все. Так нет, в смысле, он не то что начал атаковать, он просто остановился. Я как убил чувака, из-за этого стоял на месте, никуда не мог двигаться. Долгое время. Потом начал двигаться, но меня уже окружили и убили.
Э, живи, живи, живите, люди. Мне еще надо грейд, чтобы купился. Ты какой грейд ты делаешь? Вклад? Вклад, да. Ну, я не знаю, сколько раундов, но если игра продлится еще долго, то я с большим количеством вкладов буду в большом плюсе. Но, к сожалению, непонятно. Ну, ты и так сейчас на 200 очков нас опережаешь, надо тебе базу ломать. Попробуй. У меня же этот еще... А, или эта штука только с рудников действует? С рудником только. Про проклятие? Да. Даркрада наконец нашел раунд, где он этот тащит монетки собирать. Дожил почти до самого конца. Такс. Ну, кстати, 2-4 камня дали. Блин, не знаю, вот этого парня что ли построить. Блин, у него столько грейдов. А, так. Нужно больше золота. О, сколько штучек. Невелючек. Так. Ну что там? Штука делается. Зашибенно. Здесь что? Здесь что-то чел стоит, ну и пусть стоит. В принципе, он приуныл, наверное, немного. Блин. Тоже играет моими вот этими нагами. Молодец какой. Да. Не вышел, поэтому не твои. В смысле, он вчера с нами играл. Вчера было разнообразие раз, конечно. Не, ну вышла новая раса, что делать-то? Не, ну в смысле, вчера была половина наг, половина нежити, поэтому... Не, в основном были наги, ну в смысле, вышла раса наг, поэтому... Нет, я и говорю, была половина наг, половина нежити, то есть не то чтобы прям... Такс... Так, давай, давай, ломай. О, а дамаг-то, кстати, у этих ребяток неплохой. Мне нравится. О, найс, доделался грейд. О, Борч захватил у меня рудник. О, я по ходу развития ради развития сейчас в плюс делаю. Блин, блин, туплю. Вот сюда надо захватить дом. Блин, я так туплю. А, кстати, Валерка в центре на халяве. Лол, да. Он молчит. Она молчит, потеет. Да, ну хотя бы я ему дом сломал. Уже что-то. Блин, а мне, кстати, рыцари нравятся. У них атаки до черта вообще. Только он не танкует что-то. Хиляем финда. Я финда себе хильнул. Вот это контроль потный. Ну, у меня этот. Есть, короче, хил. Я понял, да. Есть еще хил в русских селениях. О! Почти. Так, алло, алло. Деремся. Так, все, давайте в одну пачку, пожалуйста. Как раз одного юнита потерял. Не, в принципе, я не против не драться. Я только за... Валер, давай нападаем. Проклятая нежить. Вас всех ждет смерть. Ого, тут еще этот. Так, этих главное не бить. А кто выиграет, интересно? Ты выиграл. Найс. Так, ну что, появились денежки, наконец-то. 64 гема. Офигеть. Ну я развитие ради развития заобузил, вообще здорово. Я, по-моему, впервые в плюсе вообще юзаю этот грейд. Да блин, идите уже. Контрол 2. Да, чувак зря ныл, что наги имба. У него не особо что-то получилось.
Не, ну маги неплохие. Не, ну я не говорю, что они плохие, просто они не имба. А что, у меня ясновидения нету? Ёпрсте. Это обидно. Сколько волн там по итогу? Да черт его знает, никто не знает, я так понял. А, блин, не дракона убили. Почти. А, не, не убили. Так, ладно, давайте добьем дом уже все-таки. Ух, вот тут побоище-то побоище. Офигеть, рыцарь танкует. Рыцарь затанковал вообще писец разнос. Исследование завершено. Я, конечно, вовремя подрался и делаю грейд за. Делаю грейд за драку. Сколько волн, чуваки? Валерка, а по умолчанию, если играть, то сколько волн будет? Четырнадцать? То есть уже скоро конец, блин. Блин, пипец вообще. Все плохо. Так, о, отличненько. Отличненько. Так, 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 друг. Норм. Блин, блин, блин. Танки что-то жесткие. Имба. Нету Турена. Мне кажется, Турена нормально танки разносят. Ну вот в таких вот битвах и в небольших количествах, типа 5 на 5. Хотя фиг знает. У танков, блин, Валерка очень много грейдов наделал на своих юнитов. Вот это вот моя проблема, что я ни черта не делал грейдов. Что-то Женя, кстати, очень мало грейдов сделал. Так, ну на всех. Да вроде старался делать, но... Исследование завершено. Чего ждем? Так, повторяем. Повторяем. Все живы. Все живы. Я не то нажал! Блин, я нубас. Черт. Это было обидно, офигенно. Блин, я стан нажал, перепутал. Я уже готовился футмена таргетить, но... Так, ну что, арморчик качаем. Сколько у драконов армор? Да, получается минус драконов, что как раз к этому моменту все настраивают огромное количество этих, как раз, антиэйра, а драконы эйр, и они жестко огребают. Такс. Исследование завершено. Исследование завершено. Погодка. Такс. Ну что, здесь вроде все нормально. В принципе. А здесь есть что-нибудь? О, здесь есть рудник. Ага, здесь есть грейды на защиту. Я, кстати, ожидая конца игры, я качнулся, короче, антиинком. Извините, зрители, да, я боюсь, что все от меня отпишутся.
за такую оплошность. Блин, не знаю, ты можешь подраться тут. В принципе, я-то сильный парень. Ну что, давайте тут разнесем все. Надо, блин, если я качнул антиинком, то надо драться, наверное, побольше, не? Наверное, он жалуется, что у него погода не работает. Но погода-то не работает, потому что погода только у одного человека хорошая. Ну, то есть один человек заюзал погоду и все. Так, алло. Отходим. Так, давайте уже добьем дом. О, сколько денег дается-то, ё-моё. А, времени мало, надо успеть. Но я ни черта не успею, конечно, ну и ладно. Так. В центр арены не выходим. Все-таки. Нет. Да, что-то не супер драконы дышат. Да нет, драконы вообще говно, короче. По сравнению с гидрами, тауренами и танками. Драконы говно вообще полное. Они отлетают на изичах вообще. Вон у розового вообще нету грейдов, и все у него все равно неплохо. Исследование завершено. Срок победил, у тебя урона больше по итогу. Так. Исследование завершено. Ой, я выиграл, ничего себе. А, не лидерство не могу качнуть. Не ты выиграл, потому что... А как? Странно, вроде я. Блин, у меня 3000 голды осталось. На последнюю-то волну. Здрасте. Ну я построил одного рыцаря и все. Да не хватает, потому что гемов постоянно. Но я хотя бы погоду заюзал. Блин, лагает еще чел. Так. Ну, скорее всего, получается, это последняя волна. Ну, должна быть, да. Опа. Опа. Я вылетел. Я тоже. Блин, а я не посмотрел, сколько у меня очков. Насколько вероятно, что я выиграю? Там вероятность только если я тебя ограблю или Валера тебя ограбит. У меня еще очень много золота было, это что же зачлось бы в конце? Ну, наверное, я бы выиграл. Ну, по сути, блин, наверное, нет смысла выкидывать это видео на помойку, потому что, ну да, конечно, последняя волна не это, не алё. Но я себе вон качнул почти максимальные статы для армии в минус для инкома. Я заюзал погоду, которая дает мне 20% атак спида и мувмент спида. Это очень большой буст, конечно. Вот. Ну, единственное, вот сейчас надо было бы мне взяться за голову и, наверное, грыдануть атаку-защиту, поменяв золото на самоцвет. Хотя, возможно, имело смысл просто иметь твердую валюту. Не, ну, мне кажется... Но у тебя 6000 очков у тебя. А у второго места? Самое ближайшее 4000. А, ну, понятно. Ну, я старался, короче, как обычно, но мне кажется, драконы какая-то хрень вообще просто. Они улетают, как пирожки горячие. Ну, то есть, они... Очень слабый, зато рыцари сильные, то есть... Тут надо либо нерфить лучников как-то, либо драконам какую-то армору такой давать, потому что они реально улетают очень быстро. Угу. Не, ну надо просто бафать милишников, чтобы не было смысла строить лучников.
Потому что тогда, получается, если нерфить первых лучников, тогда будет смысл поскорее там загрейдиться, уйти во вторых лучников, тогда надо нерфить вторых лучников, тогда надо нерфить вообще всех. Надо просто нерфить базовых милишников. Потому что ну, вот этот рыцарь, например, у него 300 атаки, там койл на 150 дэмэджа. Ну такой вполне нормальный чувачок, более-менее, хоть он и милишник. Вот. И в принципе можно его строить. То есть главное, чтобы был смысл строить базовых милишников, во-первых. Во-вторых, что-то с драконом да, надо сделать. То есть и спелл у него не такой сильный. Ну, то есть он, очевидно, слабее всех остальных. Я строил этих... То есть, получается, если бы я не сливал тучи ресурсов драконов, то мое преимущество, наверное, было бы еще сильнее. Просто вместо 4 драконов я построил бы 6 вот этих вот непробиваемых рыцарей, качнул бы им Frost Armor, и вообще наплевать мне было бы на все. Вот. Ладно, друзья, вот такие вот у нас ситуации. Всем пока.